колючий укол. Может, эта медичка нам поставила просроченные уколы? Точно, Леночка. Завтра у нее попрошу сертификат, в котором должен быть указан срок годности вакцины. Толик, ну ты голова дырявая. А раньше додуматься никак? Ребята, знаете, что я думаю? Что эти все медработники вряд ли возят с собой все эти сертификаты. Вот и отличненько. Завтра медички предъявим. Лерка, а что мы ей предъявим-то? То, что без бумажки, она какашка. Лерка, ну ты и голова. Нашла выход из ситуации. Теперь мы точно не будем получать 2 недели эти болючие уколы. Ребята, короче, утро вечера мудренее. Вот завтра и выведем нашу медичку на чистую воду. Точно, Леночка, ты права. А сейчас, я думаю, нам нужно пойти всем и попытаться заснуть. Не-не-не, я не усну. Мне мои булочки так сильно болят. Лерка, их просто надо максимально расслабить и подумать про что-нибудь хорошее. И обязательно заснешь и отдохнешь. Точно, пошлите. Погнали. Ой. Ой, у меня даже нету сил. Ой, переодеться. Ой, что-то мне вообще не спится, особенно на правом боку. Но меня терзает одна мысль. Кто же из ребят, Лена или Толик, не сделали прививку? Как же мне их вывести на чистую воду? Кстати, ребята, я же у вас просила под видео в комментариях написать. Сейчас я беру телефон и узнаю самую страшную тайну. Кто же виноват в нашем заточении? Вот ему не поздоровится. Ой, как же тяжко после укола передвигаться. Ой, Лерка, а ты что не спишь? Да вот, решила в Ютубе полазить. Ну смотри, долго не засиживайся. Окей, Толи. Блин, меня же сейчас Лерка запалит, ребята. Там же 1000 комментариев. И все пишут, что этот я не сделал прививку в школьном медпункте. Что же мне сейчас делать? Точно, сейчас отключу роутер, как будто Лена за интернет не заплатила. Опа. Так, подозрения на меня точно не упадут. Все, пошли. Странно, не обновляется страничка. Ну что там, Лерка, что интересного пишет? Ничего, походу Лена интернет вырубили. Знаешь, Лерка, Лена на меня вообще-то тоже часто наезжает, что я допоздна в интернете сижу. Походу она установила функцию Sleep Internet. Не поняла, а что это значит? А это значит, интернет уходит в спящий режим с 10 вечера до 8 утра и страничка не обновляется. Вот, Лена сильно правильная, сама не сидит и другим не дает. Ладно, только спокойной ночи. Спокойной ночи. Сейчас я застану их врасплох. С самого утра сделаю им по укольчику, чтобы мысли не возникало у них из дома выходить. Надеюсь, они меня ждут. Ой, ё-моё, кто ж в такую рань припёрся? Да ладно, ладно, сейчас открою. Да долго мне еще тут под дверью стоять? Да иду! А какого лешего такую рань медичка приперлась? Лерка, кто там такую рань приперся-то? Девчонки, забейте, не открывайте, давайте спать. Это медсестра пришла. А что так рано? Давай быстрее вставать и одеваться. Давай. Открываю, проходите. Добрый день! Ну что, готовы получить очередную порцию вакцины? Ну нет, конечно! У меня после вчерашнего укола еще булочки горят. Не волнуйся, деточка! В прошлый раз тебе укольчик в правое полушарие сделали, а в этот раз в левое сделаем. Любите вы шутить, а мне не до шуточек. Так, у меня мало времени. Мне еще кроме ваших болючих укольчиков клизмы и капельницы надо ставить. Так что вон, иди садись ко всем и готовь свои булочки. Ох, сейчас я и повеселюсь. Подниму себе настроение на весь день вперед. Сейчас мы ее на чистую воду выведем. Что, не дождусь? Проходите, мы вас уже ждем. Ну и отличненько. Кто из вас сегодня самый смелый и готов получить
первый укольчик. Я! Не ожидала. Вы прям с удовольствием это говорите. Еще бы! Я уверен, что вы нам ставите высококачественные уколы. И со сроком годности у них все в порядке. Естественно! И чтобы мои девочки не волновались, что эти уколы такие болючие, вы нам прямо сейчас покажете сертификат. Да-да-да, там где написано срок годности ваших уколов. Так что ждем. Ребятки, гарантия качества — это мое честное слово. Короче, медсестричка, мы отказываемся делать ваши же уколы, пока вы нам не покажете официальный документ, где указаны срок годности вашей вакцины. А, что вы себе позволяете? Вы что, усомнились в качестве и подлинности моих уколов? Да мне бы их со склада не выдали, если бы они были плохого качества, либо просроченные. Ой, знаете, а я верю лишь тому, что сама увижу, а на словах можно и в Америку без билета улететь. Значит так, медсестричка, не задерживайте наше и ваше время. У вас там еще работы, ого-го, вам всякие там клизмы, капельницы еще ставят. Точно, точно. Ну ладно. Раз уж вы такие умные стали, мы сейчас решим этот вопрос. Только мне необходимо консилиум созвать. Вот после своего консилиума и только с сертификатом приходите делать нам ваши уколы. И не надейтесь, что я так просто уйду. Мне просто с коллегами надо консилиум созвать. Сейчас с ними созвонимся. Это все сегодня можно сделать онлайн. Все-таки ж пандемия на дворе. Сейчас эту проблемку решим в два счета. Ха! Ребята, классно мы ее делали. А знаете что, ребята? Я считаю, пока она не покажет свой действующий сертификат на эту вакцину, нам же надо убедиться, что прививка не имеет никаких побочных действий. И что ты предлагаешь, Ленка? А давайте скрутим медсестру и на ее булочках проверим действие вакцины. О, ничего себе идея! Ну вы меня и удивляете! Идейка ваша, конечно, огонь! Но знаете что? Что-то мне так живот скрутило. Вообще совсем мутит. Если что, ребят, я на подхвате, хорошо? Вот это Лена, как всегда, ссыкуха, сразу в кусты. Да ладно тебе, может действительно ей живот прихватило. Да Леночка просто боится, что медичка потом начнет ей мстить. Да ладно, она ж на подхвате. Вот эта семейка сильно умная стала. Особенно эта малышка. В следующий раз я ей сделаю самый большой и самый болючий укол. Чтобы не была такой грамотной, какая она есть. Только у меня появился повод этой семейке 2 недели подряд, день в день, делать укольчики. Они хотят лишить меня такого удовольствия. Не бывать этому. Не зря же я этот вызов под личный контроль взяла. Другой бы медработник в этой ситуации выписал бы им таблеточки и все. Но так же неинтересно. Ну как же без уколов? Ребята, как вы считаете, ведь с уколами интереснее? Если да, то обязательно ставь лайк, и тогда я не приду вам сделать укол, а сделаю этой сумасшедшей семейке. О, а так это идейка. Сегодня дам им по таблеточке и скажу, что дозу витаминов содержит эта таблеточка, потому что сертификаты нельзя пересылать в соцсетях. А завтра мы с Клавдией Ивановной что-нибудь придумаем и компенсируем им сегодняшние уколы. Они не останутся без уколов. Итак, вопрос на сегодняшний день решен. Чё, липовый сертификат покажешь? Или мы сегодня обойдемся без укольчиков? Вам сегодня повезло, так как сертификаты и их копии нельзя пересылать через соцсети. Сегодня ваша доза витаминов вот в этих таблеточках. Пожалуйста, возьмите. А кстати, где ваша третья? Обосралась! Ну ты, Толян, лжешь. Между прочим, в медицине данное явление называется диареей. Давай, Толян, хватай ее! А, что вы себе позволяете? Сейчас мы проверим действие вакцины на ее булочках. Давай, Лера, заходи, кали ей. Получи!
получай! Ага! Отлично! Давай, Лера, вдавливай! О, класс! Нам это с рук не сойдет! Так вы же сами говорили, что это безобидная вакцина. Все, медичка, можешь быть свободна! Вам это точно так просто с рук не сойдет! Завтра мы приедем с бригадой быстрого реагирования и поставим вам большущий, нет, двойную дозу укола! А если будете сопротивляться, еще и болючие клизмы и капельницы! А если и это не захотите, мы вас вообще в больничку запечем! Так что все, берегитесь! Иди, иди! Только в следующий раз с собой сертификат не забудь! Давай, пяток, Лера! Круто мы с ней разобрали! Ребята, ну а если вы хотите продолжения, то с вас лайкосик и подписка на канал. Дальше будет горячо!